Конечно, удобств нету. Конечно, хотим переехать. Но ждем. Проблема то, что у нас ни туалета, ни ванны у нас нету. Мы вот так 30 лет и жили. Со второго этажа мы носим воду. Конечно, тяжело уже носить в нашем возрасте воду. Но надеемся, что переселят нас в хорошие квартиры и дадут нам достойное жилье. Для этих целей была создана уполномоченная организация, это ТОО «Илорда Даму», которая за счет кредитных средств проектирует и строит жилые комплексы. Часть построенного жилья мы передаем в коммунальный жилой фонд для переселения собственников аварийного жилья. Часть жилья мы реализуем на свободном рынке в целях реинвестирования пилотного проекта. На сегодняшний день мы уже ввели в эксплуатацию 31 жилой дом с площадью 247 тысяч квадратных метров, из которых передали в коммунальный жилой фонд 1762 квартиры с общей площадью 92 тысячи квадратных метров для переселения собственников аварийного жилья.